Чемпионат WorldSkills затронул не только Якутск. В республике 6 площадок, где проходят соревнования молодых профессионалов. Например, в Хандыге Тампонского района впервые соперничают бульдозеристы. Турнир охватил Мирный, Нижний Бестях, Ажулун. Кто собрался в Нерюнгри, в столице Южной Якутии, расскажет Екатерина Павлова. Команда Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Туткина. Южно-Якутский технологический колледж в Нерюнгри не первый раз проводит на своей базе всемирно известный конкурс. Отборочный этап конкурса профессионального мастерства пройдет в течение 2 дней. На этот раз в нем принимают участие 14 экспертов и 10 участников. Это движение, которое позволяет сегодня молодым людям включиться в международный процесс и доказать, что они на сегодня лучшие профессионалы. Очень сложные задания, согласованные на уровне Российской Федерации. К нам приезжает национальный эксперт, который будет оценивать все уровень подготовки наших студентов. В столице Южной Якутии проходят конкурсы по 2 компетенциям – веб-дизайн и разработка и программные решения для бизнеса. Высокий уровень организации позволил полностью оборудовать конкурсные площадки, отвечающие всем требованиям. Напомним, что чемпионат позволяет студентам и молодым специалистам соревноваться в равных условиях. Возрастная категория – 16-22 года. Нерюнгринец Максим Осипов не новичок в движении «Молодые профессионалы» по стандарту WorldSkills. Парень уже имеет успешный опыт участия в чемпионате. В прошлый раз, пройдя отборочные республиканские этапы по компетенции веб-дизайн и разработка, Максим дошел до национального этапа конкурса в Казани. Увидел, какой нужен уровень, какая нужна подготовка. Понял, насколько серьезное мероприятие, что позволяет участникам показать себя, проявить в разных сферах своей деятельности, определиться, потому что все компетенции включают в себя обширные базы знаний, а для участника, по сути, в работе нужно определенные специализации, и он может как раз-таки выбрать что-то из подходящего ему. Сегодня Максим пробует свои силы в компетенции программные решения для бизнеса и нацелен на победу. Подобные конкурсы являются сильным мотивирующим фактором молодежи, конкуренции в своей профессиональной деятельности, самореализации и освоению международных стандартов. Туяра Борисова, студентка Покровского колледжа, также уже второй раз принимает участие в чемпионате «Молодые профессионалы». Получив хороший опыт от первого раза, Туяра лучше поняла, какая нужна подготовка и как добиться своей цели. Сегодня единственная девушка из 10 участников доказывает свое мастерство по компетенции веб-дизайн и разработка. Прежде всего для начинающих программистов, которые планируют в будущем развивать свою профессию, свое мастерство. Например, ребята после участия в WorldSkills могут дальше себя реализовать в этой направлении. Главная цель для конкурсантов – показать на практике свои знания, получить хороший опыт и зарекомендовать себя как грамотного специалиста. Работодатели после таких конкурсов принимают участников на работу с большим удовольствием, и стартовые позиции у такого молодого специалиста на производстве значительно выше. Победители, лучшие профессионалы по итогам регионального чемпионата, продолжат участие уже в республиканском и всероссийском этапах конкурса. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри.